6 числа у нас прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне. Но и в рамках проведения данной тренировки была проверена система оповещения. Вот система оповещения, она проверялась по всей Российской Федерации, в том числе и в Саратовской области проходила проверка этой системы, и непосредственно у нас в Балаковском муниципальном районе. Как действовать по этому? Услышав гудки сирен, включить средства, передают информацию, там будет передано информационное сообщение, как вести себя населению в той или иной ситуации. Ну а в случае запроектной аварии, если реально будут происходить такие события, конечно, не дай бог, что такие произошло. Вот. Естественно, основной метод будет являться эвакуация. Эвакуация до промежуточных пунктов эвакуации. Их 5 у нас. Вот это не секрет. Ну а дальше размещение в загородной зоне. А защитные сооружения – это те предприятия, которые остаются работать как в военное время, так и в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации с применением как частичной, так и полной эвакуации населения. То есть рабочая смена будет укрываться, наибольшая рабочая смена будет укрываться там. На информационных стендах управляющие компании должны размещать и размещают в основном. Просто внимательно к этому относиться, к тем объявлениям, которые вывешивают управляющие компании. Вот, там они вывешивают, где телефоны экстренной службы, вот, в том числе и ближайшие сборные эвакуационные пункты. Но мы пошли по наиболее оптимальному пути сборные эвакуационные пункты. Мы их максимально приблизили и в нормативно-правовом документе приблизили к пунктам, в которых проводятся выборные участки. То есть население более как бы уже знает их, им проще ориентироваться.